Ицхак Калдерон Адизос. Стили менеджмента. Эффективные и неэффективные. Об авторе. Доктор Ицхак Адизос один из ведущих в мире специалистов по повышению эффективности компаний и правительственных структур за счет фундаментальных преобразований, которые не порождают неразберихи и деструктивных конфликтов, препятствующих изменениям. На протяжении последних 35 лет доктор Ицхак Адизес работал с крупнейшими коммерческими организациями мира и консультировал многих глав государств. Методология, которая носит его имя, помогала организациям разных стран достигать достойных результатов и завоевывать ведущие позиции в самых разных отраслях, от банковского дела до индустрии общественного питания и самых разных структурах от церквей до правительств. Он является основателем и генеральным директором Института Адизеса. Доктор Адизес ⁇ выдающийся лектор и автор книг. Владея четырьмя языками, он читал лекции более чем в 40 странах. В течение 30 лет он был штатным преподавателем Школы менеджмента Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и работал в качестве приглашенного преподавателя в Стэнфордском университете. Колумбийском университете, Еврейском университете в Иерусалиме и Тель-Авивском университете. Доктор Адизес написал семь книг, которые переведены на 22 языка. Его книга «Жизненные циклы компании. Как развивается и умирает организация и что с этим делать», впервые опубликованная в 1988 году, стала признанной классикой теории менеджмента. Library Journal отметил ее. Одна из десяти лучших книг о бизнесе. Исправленное и дополненное издание этой работы было опубликовано в 1999 году под названием ⁇ Управление жизненными циклами компаний ⁇